28 марта в период с 12 до 15.00 будет проведена плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Услышав звуки электросирены, немедленно включите радиоточку, радиоприемник или телевизор и прослушайте информационное сообщение. Тексты сообщений передаются в течение 5 минут. Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находится на улице, в транспорте и других общественных местах, оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки. Система оповещения гражданской обороны области постоянно находится в рабочем состоянии. Круглосуточно по ней проходит оперативная информация и контрольные сигналы. В рамках совершенствования действующей системы оповещения Министерством общественной безопасности Челябинской области решаются задачи по замене устаревшего оборудования на современные цифровые решения, замене электросирен на громкоговорящие установки и организации перехвата цифрового телевидения, в том числе вещания кабельных операторов.